Если вас вдруг атаковало жуткое насекомое под названием черный скорпион, не спешите паниковать. То если у вас есть нож, вы можете проколоть жуткое насекомое, а сами оставите нож в земле с проколонным жуком. Но если боль продолжается, то возьмите лечебные вещества, особенно спирт. Но спокойно прогуливаясь, вы куда-то падаете. Вы сейчас в яме. Но если у вас нет фонарика, кроме остальных световых машин, то попробуйте сделать фонарик. Все прошло как сыр по маслу. Если вы хотите еще... Да.